Все для вас, лишь бы вы улыбались. Днем рождения! Днем рождения! Вот он стоит, мой хороший. 303! Нравится! Нравится моя машина! Да, мне очень нравится! Нравится моя машина! Да здравствуй! Ну что? Боже!
жив, жив. Гоша, давай хоть скоро. Да нельзя, ведь не номер мобила, блин, за секунду. Быстро в машину. Ну заткнись ты! Давай скорую! Да молчи! Заткнись! Я сказал! Бомжей каких-то двух сбили! Живы еще! Поедет кто-нибудь под... Заткнись! 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 Товарищи офицеры, к нам за помощью обратились коллеги из Москвы, из Главного управления уголовного розыска. Значит так, у них там несколько дней назад неизвестный управляет джипом, принадлежавшим некому Георгию Борисовичу Рохлину, сбил двух людей и скрылся с места происшествия. Значит, эти пострадавшие молодые люди, приехавшие на заработки откуда-то из глубинки. Юрий Александрович, простите, ведь... Рохлин — это очень известный олигарх. Настя, ты стала очень хорошо разбираться в олигархах, да? Простите. Так, действительно, джип принадлежал сыну того самого Рохлина, владельца заводов, газет, пароходов. Наверняка эта самая золотая молодежь решила вот таким образом развлечься. Машину нашли в ту же ночь недалеко от шоссе. Все отпечатки пальцев на руле стерты, а Рохлин заявил об угоне, тем не менее. Понимаете? Ну вот, на наших московских коллег оказывается беспрецедентное давление. Некие влиятельные силы считают, что дело нужно спустить на тормозах. Поскольку угонщик, так сказать, не пойман, поэтому дело можно закрыть. Хотя есть подозрение, что Георгий Рохлин в это время находился таки за рулем, понимаете, вот. И нас просили из Москвы прислать туда опытного, а главное, ничем и никем независимого сотрудника, чтобы помочь в этом деле. В связи с этим я предлагаю послать в Москву капитана Дукалиса. Юрий Александрович, пусть лучше Ларин. Он у нас попродвинутый, а то я знаю этих москвичей с их прихватами. То ли именно поэтому меня и нельзя посылать, потому что, ты же знаешь, я человек с очень тонкой внутренней организацией, а там столько непреодолимых для меня противоречий, что... Хорошо, надо Дукалиса посылать, потому что он у нас прямой, как слон, он попрет, не остановишь его. Я не понял, кто это слон? Ты что, меня обидеть хочешь? Да ты что, Толь, я тебя? Да никогда в жизни. Я имел в виду шахматного слона, который он прямо... ходит все время. Ну, ассоциация у меня такая возникла, понимаешь? А, ну, так бы говорил бы. Ну, если все ассоциации закончились у нас, в Москву едет Дукалис. Андрюх, ты говорил, у тебя в Москве в управлении друг есть. Давай ему позвоним, чтобы он Толе помог. Ну, дело серьезное, Толе там один, ему даже обратиться некому. Да я думал, Настя, ну не знаю. Не друг он мне, ну так, приятель. Я сейчас узнал, он там крутым стал. Ума не приложу, на какой козе к нему подъехать. Ты же знаешь, как Москва людей меняет? Знаю. Они дружат только с теми, с кем... Да. К сожалению, майор Ларин сейчас на совещании. Кто? Илья из Москвы. Хорошо, я сейчас постараюсь ему об этом сообщить. Тебя, Илья, из Москвы. Это он! Да ты чё? Лёгок на помине. Три года не звонил. Слушаю, Ларин. Илюха, вот ты не поверишь. Вот секунду назад о тебе говорили. Да, долго будешь жить. Да нет, ну что ты, я для тебя всегда доступен. Просто секретарша у меня новая и... Ты что, не в курсе?
Ну а как же? У меня секретарши, обширный кабинет шикарный. Я же все-таки замначальника отдела. Да, ну ладно, ладно. Я же понимаю, что ты просто так обо мне не вспомнишь. Но я слышал эту историю. Наш человек к вам едет. Ну? Да, слышали, что большие наезды на вас идут. Ну, почему не знаю? Знаю. Очень известный в Питере человек. Ну и что, что капитан? Он, между прочим, в свое время работал с самим... Ты что несешь? Вот. Именно поэтому его к вам и послали. Человек он положительный, очень серьезный, принципиальный, неподкупный. Да-да, именно поэтому он и капитан. Слушай, Илюха, я телефончик твой дал ему, ладно? Если у него какие-то проблемы будут в Москве, он тебе позвонит, поможешь? Спасибо тебе. Так а что мы с тобой? Кинофильм «Офицеры», помнишь? Встретимся, когда генералами станем. Илюха, спасибо, что позвонил. Спасибо. Давай, да, до встречи. Рад слышать тебя. Удачи. Как у них быстрая информация расходится. Сразу пробивать начинаю? Что да как? Андрюх, ты про какого такого самого сейчас пургу нес, а? Что, думаешь, он не понял, что я прикалываюсь? Юмора моего не понимает. Он и сам очень любит поприкалываться. Ты куда еще пойдешь? Я не пойду. Анатолий Валентинович, позвольте представиться. Майор Сахно, сотрудник главного управления уголовного розыска. Майор Кожемякин, из 7-го отдела МУРа. Может быть, если вы не очень устали, проедем сейчас в управление и там ознакомим вас с делами. Прошу вас. Прошу. Надолго. Валя, у нас мало времени. Нет проблем. Разрешите, товарищ генерал? Да. Честно признаюсь, ждал вашего визита с нетерпением, потому что он крайне... Да я сам. Ничего. Раздевайтесь, потому что он крайне необходим. Надеюсь, вас по дороге успели вести курс дела. Садитесь. Ну? Сидите. Ну да, в общих чертах. Прекрасно. Видите ли, как бы выразиться поделикатнее. Мы оказались под перекрестным влиянием многих заинтересованных в этом деле сторон, каждая из которых хочет использовать ситуацию в своих целях. Поэтому любое... Сидите. Любое наше действие может быть неправильно истолковано каждой из этих сторон. Поэтому я очень рад, что именно вы займетесь этим делом. Да. Вам выделяется на время ведения дела спецмашина да с водителем. Сам, одевайтесь, капитан.
условия проживания соответствующие. Если возникнут какие-то проблемы, обращаться непосредственно ко мне. А если что, невзирая на чины и регалии, всех посылать. Понятно? Желаю успеха, капитан. Спасибо. Всего доброго, товарищ генерал. Ах ты. Да? С кем я говорю? Интересно. Да, мне интересно знать, откуда адвокат Рохлина мог узнать мой номер телефона и номер моего отеля. Тем более я и сам секунду назад сюда вселился. Послушайте. А, по-моему, вы рано торопитесь. Время взяток еще не наступило. Да, с юмором у меня все в порядке. Всему свое время. Обязательно увидимся, тем более поводов у нас будет предостаточно. Угу. И вам не хворать. О, информация. Допрашивали. В начале второго он уехал. С ним две наши девушки. Скажите, а что, ваши работники отъезжают с клиентами? А вы как думаете? А я думаю, что это попадает под статью о сутенерстве. Считаете, что мне пора звонить своему адвокату? Нет. Я считаю, что пока не зачем. Скажите, а вот те девушки, которые отъехали с тем парнем в тот вечер, они сегодня работают? Должны были, но обе не вышли и даже не позвонили. Сразу обе? Что, так часто бывает у вас? Никогда. У нас серьезное заведение, за это сразу выгоняют. Ну, если серьезное заведение, то у вас должны быть хотя бы их координаты. Безусловно. У нас есть их паспортные данные, но они приезжие. А проживают ли они по месту регистрации? Нас это не касается.
простите, и последнее. Не обращались ли к вам с просьбой? Ну, если у вас возникнут проблемы с милицией, они начнут спрашивать о том, был ли Рохлин у вас в тот вечер, то вы должны ответить нет. Знаете, нужно быть полным идиотом, чтобы пытаться это скрыть. Даже за большие деньги. Все элементарно проверяется. Его здесь видела куча народу. Да, и статью о даче заведомо ложных показаний, по-моему, никто не отменял. И все-таки вы не ответили на мой вопрос. Я сказал то, что хотел сказать. А вы понимаете это, как считаете нужным. Хорошо. Тогда принесите хотя бы копии паспортов этих девушек. Пожалуйста. Да нет проблем. А вы пока посмотрите шоу. Вы же у нас первый раз. Заодно убедитесь, что наши девушки настоящие профессионалки, а не проститутки. Простите, ради бога. Вот та рыженькая, по-моему, немного полновата. А блондинка, извините, я не представился, Страхов Петр Андреевич, адвокат Рохлина. Ну, я представляться не буду. Как меня зовут, вы наверняка же знаете. Антон Леонидович, это просто моя профессиональная обязанность. Я даже знаю больше, что вы работали с нынешним первым лицом государства. Вот как. Кто сказал вам такую чушь? Достоверная информация. Но на том стоим. Ну, надеюсь, здесь вы не за тем, чтобы взять у меня автобус. Просто поговорить. Милочка, принеси, пожалуйста, мне Маргариту, а моему соседу... Пожалуйста, кофе. Сделай, пожалуйста. Сколько они здесь оставляют за вечер? Наверняка гораздо больше моей годовой зарплаты. Да, эти непуганные идиоты – жертвы кошельков своих родителей. Ну, когда в 20 лет имеешь все, что хочешь, крышу сносит основательно. И наступает ощущение безнаказанности, потери контроля. И вот каждый из них может оказаться на месте моего подзащитного. Не дай бог, конечно, но если вдруг СИЗО, ЗОН, то ведь это сломанная психика, судьба, ну, жизнь, наконец. Так что зэки начальства начнут прессовать, чтобы вытянуть как можно больше денег из родителей. Поэтому здесь очень сложная ситуация. И каждый, естественно, вложит все, чтобы выкупить свое чадо. Спасибо. Поэтому очень многое здесь заключается в том, чтобы вытянуть как можно больше денег из родителей. Ну, как говорится, а так ведь никто ничего не получит. Разве только судьи, прокуроры, ну и другие, которые хотят озолотиться на этом деле. В том числе и вы. Но вы же наверняка защищаете таких типов. Только... Наверное, за большие деньги. Как вам сказать? Не совсем так. Просто, если бы мой подзащитный был бы законченный злодей, я бы никогда не взялся его защищать. Я человек православный, верующий, и знаю, что не все продается. Просто. Допустим, простите, конечно, я помогал людям, пострадавшим от теракта, ведя их иски совершенно бесплатно. Ну зачем кому-то ломать жизнь, когда можно наладить свою? Вот если пойдет в таком ракурсе, то, естественно, мои подзащитные получат такую компенсацию, которой не имели всю свою жизнь. А вот если люди, которые хотят смешать Рохлина-старшего с грязью и начнут кампанию по выдавливанию его и его капитала из страны, вот тогда будет плохо. Никто ничего не получит. Ну, как в политике.
Ведь там не важны принципы, важны компромиссы. Тем более Гоша Рохлин имеет двойное гражданство. И он сейчас находится в Израиле, откуда его очень сложно заполучить. Прекрасная речь. Но только вы забыли сказать о том, что парню, который погиб, было всего лишь 20. А тому, который едва, и он, скорее всего, не выживет. На год меньше. И вот если бы вы были их отцом, вы согласились бы на то, что сами предлагаете? 2 года назад, когда я выбивал компенсацию для сотен людей, которые потеряли родных и близких, я представлял себя на их месте. Но я старался помочь не тем, которых уже не вернешь, а тем, которые живы, и я могу им помочь. Пожалуйста, то, что вы просили. Спасибо. Значит так. Я понимаю так, совершено преступление. Значит, кто-то виновен, и он должен понести за это наказание. А вот какое уже наказание, решает закон. А закон у нас для всех одинаков. Вот такой мой вам ответ. Извините. До свидания. Анатолий Валентинович, извините. Вы так сладко спали. Я не хотела вас будить. Кто вы? Как вы сюда попали? Ну, я подошла. Дверь открыта. Позвала. Никто не отвечает. Разрешите доложить? Лейтенант Лисичкина прибыла по приказу начальства для скрашивания вашего досуга. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Да вы не волнуйтесь. Просто пока вы в Москве, мне поручили составить вашу культурную программу. И я уже все придумала. Душно у вас. Сначала мы пойдем в алмазный фонд и оружейную палату. Душно у вас. Кстати, а вы в Кремле уже были? Нет. Это... Потом вечером мы обязательно должны сходить в Большой театр или консерваторию. Ну, а потом? Потом произвольная программа. Скажите, Анатолий Валентинович, а вы действительно в свое время работали с... Слушайте, что это за бред? Чего это? Да вы не волнуйтесь, у нас уже все об этом знают. Все? Да вы не нервничайте. Этим гордиться надо. А что еще все знают? То, что вы до сих пор поддерживаете теплые дружеские отношения, что вы знакомы еще с самой школы. Ага. В разведчиков играли. Вы знаете, я тоже в детстве в школе мечтала быть разведчицей. Когда мы с мальчишками играли, я была радисткой Кэт.
Мальчишки пытали меня, ну, щипали, тискали, но я не сказала ни одного секрета. Скажите, а у вас есть боевая подруга? Нет, боевой подруги у меня нет. Простите, как вас зовут? Варвара, но для вас просто Варя. Послушайте, Варя, вы знаете, я очень тороплюсь и не хотел бы... Вы встречаетесь с президентом? Да. С ним и не хотел бы опаздывать. Я все поняла. Я все поняла. Я уйду. Но вечером в 6 я буду ждать вас у главного входа в гостиницу. И мы пойдем в большой... Или... Хорошо, хорошо. Куда угодно. Ну, поймите, я опаздываю. А, давайте я вам брюки поглажу. Погладить? Прошу вас. Я не быстро. Надо. Прошу вас, не надо. Ладно. Тогда до вечера. Гады. Меня? А меня зовут Анатолий Валентинович, я директор на Новую Минуту. Вот послушайте, мне это уже самое главное, не перепутайте. Ага. Послушайте, ударение на первом слоге. Да не волнуйтесь, не перепутаю. Анатолий. Девчонки, не слышно ничего. А, ничего. Только староват, конечно. Ой, да какой он старый, ему полтинника-то нет. Да какая разница, ну? Видели бы вы, из какого БМВ этот папик вытряхнулся. Я его на показ приглашу. Ты губ-то не раскатывай. Я его первой в коридоре захомутала. Что? Девочки, через 20 минут вас ждут. Сейчас идем, идем. Ну что там, слышно чего-нибудь, а? Ничего, сидит. Госпожа Гу... Не мучайтесь. Для вас я просто Яна. Яна, а что так обычное бывает? Бах контракт, бах за границей. Нет. Конечно, нет. Вот с девочкой, которая вас интересует, с ней все произошло очень быстро и неожиданно. А обычно с момента интереса работодателя к модели до заключения с ней контракта проходит не меньше месяца. И это в лучшем случае. А тут вдруг одной солидной фирме срочно потребовалась модель для рекламы парфюма. Мы предоставили им 20 девушек, самых лучших, на выбор. А они почему-то выбрали Катю. Вчера она заключила контракт и улетела во Францию. Ну и что здесь удивительного? Ну, понимаете, я не первый год работаю в этом бизнесе. И была, мягко говоря, поражена таким выбором. Дело в том, что у Кати очень скромные данные. К тому же она ленива, капризна. На мой взгляд, абсолютно бесперспективна. К тому же ей, по-моему, самой не нравилась работа модели. Она на показах все время появлялась, чтобы кого-нибудь подцепить. Вечные какие-то сомнительные личности, рестораны, ночные клубы, вечный недосып. Я потом слышала, что она даже работала стриптизершей. Тогда почему выбрали именно ее? Я рассказала вам все, что знаю. А делать выводы — это ваша профессия. Ну да. Кофе, пожалуйста. Спасибо. О, кажется, мои девочки сейчас из-за вас перетерутся. Почему это из-за меня? Я видела из окна ваш БМВ, а вы думаете, они нет? Анатолий, вы только простите, пожалуйста, но у меня совещание, у меня очень мало времени. Да, спасибо. Извините. Да. До свидания. До свидания. Что он говорит? А, идет уже. Ой. Ну что, как? Анатолий? Все нормально. Ой, секундочку, ой, ой. Девчонки. Что такое? Слушаю. Нет, Петр Андреевич, я уже ничему не удивляюсь. Где я сейчас нахожусь? В Кремле, конечно. Вот чай с президентом пью. Школьные годы вспоминаем. Да почему? Президент подождет, он же понимает, что вы по делу. Володенька, а это варенье Людочка сама варила? Варенье? Да, и шутник. Нет, я сейчас подъехать не могу.
Да из-за меня тут модели вот чуть ли не подрались. Почему подрались? Ну какие? Подрали. Какие модели? Красивые? А если серьезно, я считаю, нет смысла нам с вами встречаться. Ну хорошо. Давайте адрес. Посмотрим на ваши новые аргументы. Спасибо, девчонки. Все. Вы что, уходите? Пока. Я не трогаю. Не, 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 мы хотели вас пригласить на наш показ. В следующий раз. Валь, я вот все хотел у тебя спросить. У вас что, всех коллег вот так встречают? Ну, вот на таких машинах возят, в шикарных гостиницах селят. Ну, вы же не все, а друг президента. А ты-то откуда знаешь про президента? А народ должен знать своих героев. Анатолий Валентинович, ну просто по вас можно часы проверять. Начнем с места в карьер. Прихожая. Значит, здесь туалет, не просто туалет, а с душем. Дальше вы выходите из прихожей в гостиную. Ну вы посмотрите, сразу в гостиной смонтирован замечательный, просто шарман, английский камин. Далее прошу в эту комнату. И здесь уже бар. Кухня. Ну, наверное, прислуга. И вот здесь, посмотрите, вид. Далее я вам сейчас хочу показать туалет. Вот входишь в этот туалет, там бррррр, а там уже налились мочи, крови, ну все. Так я же там видел один туалет в прихожей. Туалет для гостей. Дальше вы входите сюда. Я так думаю, это ваша половина будет. Оп! Новый туалет, но уже с ванной. Здесь есть душ, зеркала, здесь все удобно. Душ рядом с ванной. Выходим сюда. Я так думаю, что здесь будет ваша половина. А теперь входим в половину супруги. Подходите сюда. Вот видите? И оп! И делайте шаг. А там джакузи. И снова туалет. И снова душ. Да, я, конечно, человек независтливый. Но живут же некоторые. Так наша задача – сказку сделать былью. Вот. Кстати, вы видели игру «Кто хочет стать миллионером»? Да. Ну, там еще ведущий хорошо президента пародирует. Галкин, это высота. Так вот, чтобы выиграть главный приз в этой игре – нужно ответить на очень много важных вопросов. Но можно в эту игру сыграть совершенно по-другому. Совершенно по-другому. То есть не отвечать ни на один важный вопрос. И вот если вы примете правила этой игры, этой, то тогда можете выиграть в лотерею вот любую квартиру в этом доме. А чей это дом? Ну, это инвестиции Рохлина. Если вас будет волновать вопрос по поводу того, что вдруг ваша служба внутренней безопасности задаст вопрос, Анатолий Валентинович, откуда у вас столько денег на такую квартиру-то? Там будут выданы абсолютно легальные документы, чтобы выиграли эту квартиру в лотерею. Да, квартира хорошая. Но живу я в Питере. Друзья и работа любимая. Сколько я лет тут-то? Все там. А вопросов-то нет. Проблема отсутствует. Точно такую же квартиру вы выиграете в лотерею в Питере. Да вы не совсем поняли меня.
Почему? Ну, поимею я эту квартиру. Ну? Ну и кого я смогу сюда пригласить? Ведь все сразу поймут, откуда все это. Друзья начнут меня презирать, коллеги ненавидеть. Так. С работы, скорее всего, придется уволиться. Но это, считай, карьере моей конец. Больше ничего я делать не умею, денег нет. И буду я один в этой шикарной квартире сидеть и пить горькую. Ну уж если ввязываться в эту бодягу, то уж никак не меньше, чем за миллион. Ну, чтоб было на что пить, а не ходить, не сдавать пустую посуду. Нет, эти условия игры не для меня. Анатолий Валентинович, вот эта квартира стоит гораздо больше, чем миллион. С полной начинкой и под ключ. Вот в чем зарыта собака. Общага, она и есть общага. Добрый день. Я могу пообщаться со Свиридовой Светланой? Она не хочет ни с кем общаться. А? Так это вы. Я же сказала, я не буду ни с кем говорить. Я смотрю, вы уезжаете. Надолго? Навсегда. Что же вы делаете-то? Вы что, с ума сошли? Ну, если вы не хотите говорить со мной по-человечески, то поедете со мной. И там мы побеседуем уже официально. О чем это? О вашей ночной поездке с Рохлиным, когда он на своем джипе сбил двух человек и уехал. Даже не вызвав скорую. В результате один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии. А вы являетесь соучастницей преступления. Соучастницей? Соучастницей? Смотрите, ну! Соучастницей? Я простила его! Он не хотел останавливаться! Я на ходу из машины выскочила. Добежала до какого-то кафе и вызвала скорую. Вы что думаете? Я этой скотины, а? Испугалась, да? Я хотела в милицию идти, но ко мне пришли люди и попросили, предложили поехать в Америку, поучиться по обмену с хорошей стипендией. Для таких, как Рохлин, нет ничего невозможного. А сегодня мне прислали визу и билет на самолет. Для таких, как Рохлин, нет ничего невозможного, ему все равно ничего не сделают. Погибшего, его все равно уже не вернуть. А у меня такого в жизни не будет никогда шанса. А погибшего уже все равно не вернешь. А, понятно, девочка. Тебя купили. Я смотрю, ты нормальная девчонка. Как ты в клубе-то оказалась? Я дома 8 лет танцами занималась. Вот и устроилась. А что? Лучше в проститутки идти, а? Ну, с тобой все ясно. Черкни только адресок на всякий случай. Да, у тебя мобильник есть? А что? Дай номер. Я часа через полтора перезвоню. Вдруг какие-нибудь аргументы появятся. Да, а тот парень, что выжил, инвалид он теперь, скорее всего, 19 лет.